Привет, дорогие подписчики моего канала, а также его зрители. Сегодня я хочу вам показать свои небольшие, даже я бы назвала крошечные покупочки для своего творчества. Эти покупочки я совершила, значит, в Сималенде, и некоторые покупочки я совершила в нашем местном книжном магазине. Чтобы сильно не затягивать, давайте начнем с покупочек из Сималенда. Первое, что я хочу вам показать, ну просто ради интереса, это вот такая вот карта, план нашего Сималенда двухэтажного. Вот он, мой любимый отдел. Прямо обожаю его. Он у нас на самом деле очень-очень большой. И первую покупочку, которая была, так сказать, внеплановая, это вот такие вот конверты. Здесь 6 штучек. Их, по идее, выхватила, так сказать, моя дочка. Она как бы разговаривала по телефону, и муж решил взять, чтобы ребенок не плакал. Стоят они 8 рублей штучка. Вот так вот положим. И взяла также несколько листов бумажки. Давайте начнем. Не с того порядка, с которого я хотела, потому что я снимаю уже второй дубль. Значит, первый листок, листы, которые я вам хотела показать, это вот такие вот. Листы от Art Узор формата 30,5 на 30,5. С одной стороны у нас горох. То есть у нас сверху и снизу более яркий горох, а посередине такой более бледный, как бы потертый. И с обратной стороны у нас вот такие вот осенние листочки. Взяла я их, чтобы делать открытки или конверты для денег шоколадницы на 1 сентября. Ну, думаю, что может что-то у меня еще появится из этой серии. Также я взяла вот такой вот листочек с карточками. Тоже на такую сентябрьскую тему, с Днем Учителя. И что мне нравится, с обратной стороны они тоже оформлены, тоже цветные, не просто белые. Был еще вот такой вот листочек, я его не захотела брать, потому что он мне как-то не очень понравился. Вот такой. Кстати, да, вся бумага 30 на 30 стоит 16 рублей. Дальше я взяла несколько листов из новинок. Новинки эти у меня, конечно же, уже есть, но многие знают прекрасно, что я любитель карточек, и поэтому я не смогла удержаться. Я взяла вот такой вот листочек от Art Узор. С обратной стороны у нас вот такие вот тоже листья разные, цветочки. И с обратной стороны вот такой вот рисунок. Такие вот тоже карточки для вырезания. Здесь у нас как и фразы, так и животные. Влюбилась я в енотика и в совушку. То есть вот такие вот у нас интересные карточки для вырезания, чему я тоже безумно-безумно рада. Взяла я, кстати, их 5 листов. И последних 2 листа тоже из новиночек и тоже от Art Узор. Это вот такой вот листочек для девочки. Тут я взяла только ради того, что здесь у нас есть надпись «Мамины сокровища», и то есть все необходимые надписи. Вот такие вот тут карточки еще можно, в принципе, для блокнотика. И с обратной стороны у нас камера плохо берет, такой нежно-розовый квадратик. И последний листочек, точно такой же, только для мальчика. Вот, и голубенькая клеточка. Это все были покупочки из магазина Сималенд. И сейчас я вам покажу свои покупочки из нашего местного магазина. Они тоже единичные. Это я вот купила вот такие вот зажимчики 25 миллиметров. И стоят они у нас в магазине 5 рублей. Я взяла 5 штучек, потому что у меня 3 такого размера уже есть. Также есть маленькие, но маленькими не всегда удобно. А большие мне как раз таки будут... Кстати, там были очень большие, но я пока что решила остановиться на этих. Думаю, слишком большие нужны для тех, кто делает, например, блокноты. Также я для задумки с папкой для первых документов взяла вот такую вот папочку на заклепке формата S6. Стоит она 13 рублей. Просто я где-то в одной из папочек видела, что использованы кармашки не из файла, допустим, да, а вот именно прошит такой интересный. Хочу попробовать. И взяла также формата А5. Вот такой же конвертик. Стоит он 14 рублей. И последняя покупочка в нашем местном магазине. Это папка уголок А4 формата. 150 миллиметров. Стоит 6 рублей. Такие, кстати, подобные папочки я покупала в фикс-прайсе.
Алиэкспрессе, я не помню их точную цену. В нашем магазине я хотела купить, но их как-то не было. А тут вот зашли, я обнаружила и решила взять. Вот такие вот небольшие покупочки были у меня для моего любимого хобби. Если вам понравилось это видео или у вас появились какие-то вопросы, пишите в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Всем большое спасибо за внимание, спасибо, что вы со мной. Всем творческого вдохновения, удачи и всего хорошего. Пока-пока!